Сегодня у наших челябинских соседей в Миассе полицейские повылавливали местечковых бомбардировщиков, которые типа пошутили, взорвав во дворе, окруженном многоквартирными жилыми домами по улице Молодежной, среди ночи не самодельное, но очень взрывное устройство. Даже среди ночи в Новый год, когда все не спят и готовы к тому, что сейчас начнется, есть немало людей, которые, мягко говоря, с трудом переносят эту канонаду, а тут вдруг в майские праздники, когда жаркой ночью у всех раскрыты балконы и форточки. Ну да и в целом текущий момент сейчас отнюдь не таков, чтобы располагал хоть какому-нибудь юмору на тему тротилового эквивалента. Давай выходим! Так что народ возмутился, полиция прониклась, и благодаря вот этой видеозаписи тут же всех поставили в строй. А оказалось, это бывший муж одной тетеньки, живущей здесь, на верхних этажах, куда он, собственно, и кричал. Наказание им светит, видимо, все же административное, по статье «За общий испуг Саечку».